отличие мужского и женского мозга состоит в том, что мужской мозг имеет меньше связи между правым и левым полушарием. Вот мужчина идет в магазин, ну, по торговому центру. Он идет, как этот, космолет, понимаете, бороздит просторы, да? Что происходит с женщиной? Ой, посмотри, там что есть. Что там есть? Ну, вот. У него ничего нету. У него там написано, что магазин рыбалка и охота и рыбалка находится там вот за углом. Все, привет. Он левое полушарие его везет туда. Вот. То, что там в правое попадает, оно в левое вообще не попадает. А если оно не означено, оно и не существует. А женщина там, вот это увидела, да-да-да. И сразу у нее все друг с другом начало общаться там и так далее. Это проблема. Потому что, значит, когда мужчина и женщина общаются, и мужчина что-то чувствует, но он часто выразить не может. Потому что у него то, что он чувствует, то, что он переживает, это не осознается. Им не понимается, не означивается.